Почему не так переворачивается? Как? Ну, как-то она переворачивается немного. Не должна. Не должна? А ты куда? Котлета. Котлета. И под стол, да. Андрюх, надо. А вы вчера были на массаже? А? Массаж ходили? Нет, там экран немного, почему-то я не знаю, почему я не переворачиваюсь. Надо крутить. Я с Юлечкой. Да, ой, вы там что-то нажимаете. Нажми там Enter. Раз, два, три. Слайд. Сейчас я, короче, я в туалет и попрошу, чтобы все. Все, видишь, крепко стоит. Он просто крутится. Нет. Короче, смотрите. Все заработано? О, чуть-чуть просто. Раз. Это не работает? Раз. Слушай, а вот этот рычаг. Мне дохуя уже. Раз. А можно еще диван или кресло? Что? А что, рейд идет или нет? Будь как дома, будь не пи. Ох, ни хрена как громко. А давайте общаться чисто через микро, блять. Дима, знаешь, что надо? Такой громкий. Надо этот. А что такой громкий? Ну надо покрутить что-то. Не надо. Раз, нет, ну если громко был, а ну где делать? Лена! Ну, ты сейчас плохо, а Лена. Сейчас я. Наверное, отправился. Я все уже. А, офнул? Серег, тогда ты не этот. Ну там дверь просто открыла. Блять. Дим, все нормально. Отверните камеры. Да. Блять, подожди. Заводи их сюда. Отвернули? Да. Подожди, нахуй. Подожди, сука. Нет, они дверь заносят. Да, можете. Давай вам. А, так все. Вот это. Всем здорово, кто-то Андрюхи, Андрюха здесь. А может пульт вам дать? Вот пульт. Не-не, там микрофон погоди. Андрей, вы гуляли просто, да? Да, гуляли. Бля, ебать, я себя слышал. Че, как вам в Питере? Если темновато, мы можем чуть света включить. Не тепло. Да, можно. Да, нормально было. Да не то, что можно, а нужно даже, наверное. Короче, единственное отличие от Москвы, у вас очень странно реагируют на похожие. Да? Да. Смущается? Да, сегодня три раза специально говорили P-word. Ну, я надеюсь, на стриме вроде не было реакции, поэтому... Там зеркало, да, зеркало сзади нас есть. Я понял, о чем вы говорите, правда, но... Ну, короче, сидели в этом десике, и там Сан вообще охуенно заряжал. Полковник Бустеренко, да, я знаю. Ну, единственное, что хорошо, у вас в заведениях, ну, мне лично это нравится, все почти на ты разговаривают. Раз. Да, все свои. Да, это прям охуенно. Пойдем на светильник. Сейчас еще светильник один поставим. Ну и... Диман, попроси еще пауэр, который есть. И кальянчики. И кальяну, да. А свет можно включить как-то здесь? Ну, сейчас светильник принесу. А, стильник принесу. Он торшер стоит. Ой. Да, я истеричка. Где гайка? Там. А что он там делает? Ты знаешь всех по именам? Да! Да! Вот. Ты уже заметил, что он здоровался по именам? Лен, можно ему два пуфика? Лен, можно два пуфика? Да? Конечно. Здравствуйте. Нормально. Живем, пока. Покажи ем, Вов. А там меню можно заказать? Что заказать? Ты как себя вообще, Максюш? Ты нормально? Замечательно. Ты отлично даже? Я великолепно. Нет, а попить лимонады есть домашняя? Нет. А газировка, может? Нет, есть спрайт, кола. Спрайт, кола. Что еще? Швепс. Нет, не надо. Давай спрайт. Швепс. Спрайт. Спрайт и фруктовую тарелку. И кальянщика можно тебе позвать? Да. Спасибо. Так не поворачивай туда, гайка. Я тут так вот. Короче, там дверь открыта, тут... гайка, аккуратно. Да, да. Тут вода 500 рублей стоит за бутылочку. Я взяла бесплатно. Ты только умей, веду, что там дверь, а тут зеркало еще сзади, чтобы там отражение. Я тебя снимаю, не голда, что ты. Еблан. Я бесплатно воду взяла, чтобы не пить. С собой. Оттуда? Получше? Чтобы тут. Да, найс. Порядок, Серега, не мог сразу включить фонарик, блядь, ебанат, сука. Да фонарь-то можно было включить. Да похуй, нормально всё. Да похуй. Похуй, думаешь? Дай, да я буду снимать, я профессионал. Да, здравствуйте.
А можно пару кальянов на сайде, один какой-нибудь ягодный, знаете, земляника, лесные ягоды? Почему у нас не сироп по кальяну? Ну, кисло-сладкое. Ой. По крепости. Да-да-да. Максюш, ты... А, они же с собой. Крепость 6, один ягоды, другой... Ну, а второй можно сделать тропический с манго, Без. Сергей, вам холодок. Макс, это пизда. Нам бы хоть оделся. Кальян, забивать. Ты бы кальян, блядь. Вова, соберись. Ты бы кальян забивать, блядь, оделась. Я некомфортно себя чувствую. Вова, расслабься. Что, петь будем? Петь будем. Тут, кстати, где-то есть меню песен. А вон. Да. Дрон, ты какие песни будешь петь? Не знаю, еще посмотрим. Ну, ты какие песни любишь вообще, в принципе, в караоке? Как поезд нажать? Блять, как мы так вообще поместились с диване впятером? Я не знаю, ой, это троих. Нахуй там где мама? Я потолок снимаю. Самое главное, себя как мне. Потолок вообще прекрасный в этом заведении. Окно охуенное. Отличный потолок. Все, можешь снимать. Блять, почему мне завтра на работу? Так может не на работу? А я не знаю, меня не знаю. Девочек раз совещание. Лёх, звони, скажи, нахуй надо работать. Не на совещание, там все. Пошли вы нахуй в 9 раз. Все отдыхаем. Вы можете мне ответить на вопрос, почему Диман с нами приехал, но его уже нету? Диман уже все, он же там суку ебёт. Ой, а чё я микрофон сказал? Это микрофон орёт. Серёг, не могу хуй дрочь. Серёг, может вот эту хуйню телефон сэйфью? А если это... Если учитывать тот факт, что он сказал 40 минут, если придёт через 40 минут, я с вами буду. Юля, а можно вот эту штуку меньше сделать размером? Так наденьте пока на эту. Длину эту хуйню. Нет, самая короткая. Наденьте вот на эту и всё пока. Чего? Можно, можно, но типа так, да нет, без. Ну, хотя бы стоит. Да, так да, нормально. Нужно было стоит. Да, похуй. Мне самое главное, чтобы мне зарядку принесли тоже сюда. А сколько у тебя у Андрюхи было 5%? У меня мало очень. А, ну вот у меня тоже самая хуйня. Мне второй чекпоинт. Не-не-не-не-не. Сейчас принесу зарядку, я думаю. Бля, мы такие настойки охуенные выпили. Да, просто охуенно. Нас так размазало, это пизда. Стой кайф, блядь. Ты можешь попить просто. Нет. Ой, ты. Я не умею этим пользоваться. Да, блядь, нахуй, Юля. Где, ебать? Я не могу собраться, пиздец. Давай. Где? Да тут же легко все сейчас. Как поезд нажать? Тихо, смотри. Смотри. Уветривается. Бля, хуй знает. А кстати, мы такое уже. Гайки мало? В смысле, гайки мало? Гайки мало. Гайка уже все. Я просто понюхала. Ой-ой-ой. Блин. Да. Здрасте. Это что? Спрайт. Спасибо. Мы не можем разобраться с этой штучкой. Вы шарите? Походу нет. Что еще раз? Мы не можем поиск нажать. Вы знаете как? Я знаю ровно столько же, сколько вы ездили. Но мы пытались, но не получилось. Давайте сейчас я сейчас вам подержу. Давайте. Спасибо. Главное, чтобы там одетые подойди. Ну пока плюс-минус одетые заходят. А чья мамочек? Сильная мысль, Макс. Я просто, чтобы ты понимал, мы когда сидели последний раз в караоке, тут, ну, раздетые заходили. Тут вообще без трусов, блядь. Да, без трусов к нам приходили. С таким клитором на выворот. А где Дмитрий? Дмитрий уже в лучшем месте. Прошло минут 5. Мне кажется, 35 осталось. Мне кажется, Диман нас позвал в караоке, чтобы слиться по итогу. Да, да, да. 4. В смысле? 4 минуты танца. А. Так не, может, тут дрочильня есть или нет? Не-не-не. Тут есть комната для секса. Ну все. Я все сказала. Мне тут реально оказывается слишком много секса. Блин, тут как этим пользоваться? Во. Вперед. Попробуй направлять именно. Дайте курке, она разберется. Кто? Может, просто цифры, типа... Я вообще никогда не смогла нажать. Запись бы... Дима уже в випке, Дима уже ебется. Что за... Что за заведение? Заведение вообще замечательное. Караоке СПБ. Караоке. Диман платит. Ой. Ой, блядь. Ой, Диман. Диман заплатил уже, да? 6 минут. Диман, ты попросил пауэр?
Что? Ты попросил, что? Дима, что? Попросил зарядку? Да, что? А, бля, я замечал. Бля, Димон, едешь, как будто ты его заведение, нахуй. Ребят, располагай. Не, просто попросили свои напитки, типа, не пить, но я, может быть, еще что-то закажем просто. Мы не пьем, просто. Спалили? Ну, попросили просто. Так это не свои напитки. Че, настойки, Димон? Хорошо, вот стоит на столе. Не, ну, короче, чтобы мы еще что-то тогда заказали. Да. Да, хорошо. Ну, мы заказали. За водичкой есть. Водичка надо. За вход, за всю эту историю я, короче, заплатил. Ты ее вообще прекрасно. Ебать, лучше Димон. Зачем вы мне дали пульт? Мы не смогли разобраться. 5К. 5К Диману. Как это там, что решаешь? С мамой разговариваю. Алло, мама, я в тревоге. Мама, я в тревоге, алло. Тихо. Андрюх не работает. Как бы я на я. Всем привет, чат, так скажем, от Ганечки ТМ, блядь. Максимально плотная. Вот такая вот. Вот такая еще раз. А можно еще раз? У тебя блокнот есть? Это песня. Блин, так стрёмно дверь снимать, пиздец, у меня сейчас реально ощущение, что там сиськи так вывалятся. Сиська вывалится. На пуфик нет, свободных нет. Вон, так. Нормально, я сразу, дверь только начинает открыться, бумс. А, ну хотя нет, если поставить это сюда, допустим, чёрные. В отражении будет. Да-да-да. Всё. Я сейчас сказала. Диман, ой, бля. Ой, что происходит-то? Ой, бля. Что ж происходит здесь? Что вы хотите в ТГ? Там, блядь, можно... Там можно... Они в ТГ хотят сесть. Короче, попросили водку, лучше брать. Окей. Да, мы не можем вообще никакой поезд набрать. Сейчас уберу. Можете набрать, пожалуйста. А что за трек? Лена, там просто набирать? И Гоша клик. Ну, ничего такого. И мы просто кликали. 64 сколько? 848. 748. За пивом? Да. Ваня приедет даже? Приедет? Не знаю, пишет, что вообще Ваня приедет. Спасибо. А, я не знаю, почему у нас получалось. По громкости сейчас. Шмешно молится, но не подходит вот, потому что я такой одинокий. И думаю о тебе, ла-ла-ла. Ты прикольная, но нет, это сок. Знаешь, я разъясни, но нет. Приглашу тебя, как будто я чай-чай-чай-чай. Наверное, это не любовь, ла-ла-ла. Игрушу на обложку, ее папа нащит. Знаешь, я немного сложный, я знаю, почему мы с ней не выходим. Я не чувствую ее звезды, когда с тобой. Охуеть. Это Егор Крид. Что такое лавы? Наша
высказал. Какой говноед ебучий, блядь. Я извиняюсь! Опа! Это похуй. Ахуй. Что ты за лупу сказал? Мое уважение. Что искать? Мое уважение. Дима, Дим, Дим, ты зарядку не нашел? Блять, я там. Он поебался и не нашел. Диман. Что это такое? О, нет. Это сперма. О, ты понюхай, а? Посмотри, он нашел менструальную чашу. Вован, это джекпот. Я барабанщик. Какой стриптиз гайки на столе, блядь? Да, найс. Да. Я играю на барабане. А Ольга ответила? Да хватит, блядь. Я барабанщик. Даша, а Оля ответила что-нибудь? Да, позорьтесь. Болит до сих пор? А дайте этот, Фалента с Ворон. Ты думаешь, что... Ты уверен, что там нет такого драка? Ну, я искал, нет его. Понял. А, это плата Ворона. Это пиздец, на самом деле. Вообще несправедливость. Вот есть... Пишет, дайте дрон, он разъебет. А какой трек дрона разъебет? Какой трек? Да я богатый уёб. Тут Моргенштерн есть. Не, зачем? Да. Это что-нибудь такое, типа, хуй знает. Да, такое. Тут только пожилое. Нет, ну да, нет, мне кажется, он есть. Не, тут есть Моргенштерн, есть. Мы когда последний раз были, было. Это тоже нормально. На М найди на английскую. А, Истек Моргенштерн? Да, сейчас. Гайка, ты что опять там решаешь, Гайка? Я с мамой переписываюсь. Мамой, скажи, что ты занята, что ты... Точно с мамой? Гайка. Да, танцует. Понял. Да, Дима, Дима, да, песню, чтобы все пели жестко, подпевали жестко. Подпевастик. Да. Подпевастик жесткий. Какой именно, Андрей? Моргенштерн, а что там есть? Там прыгал 5. Мэрин, давай. Та песня... А, это уже... А, блядь, тут очень мало у него. Всего 6, 5, 5 песен. Новый Мэрин. Давай новый Мэрин. А, где? Меньше взяли. Да, новый Мэрин. 64, 866. У тебя пульс отжил. Вейп города и заработал денег. Блядь. Вейп города, заработал денег. Как она здесь делает? Блять, как воду пьете? Просто набираю номер и все. И все? Вот так вот? Ну, она говорила да. Моргенштерн, новый Моргенштерн. Моргенштерн. 54. Когда у мамы там заказывали. Какого шанса сейчас Диман придет и скажет, я опять про зарядку забыл? 100% он забыл. Типа он сначала сейчас суку ебет, а потом типа все забыл. Thank you.
следующий. Че, как оно? Бузова есть. После их сейчас, Ванечка. А что там? А Ваня приедет? Алло, тебе как всегда. 99 нахуй. Найс. Ебать, Андрюха хорош с Максом. Блин, Тима. Это оно. Давай. Че, кого будет? Сейчас Ванёк приедет. Да, сейчас Ванёк приедет. Да. Когда ему пустить? О, ебать. Оксимирон, чё? Андрюха нету. Ой, я знаю, Андрюха. Не завезли ещё, да? Что это? Дорогой, я выпил с листью, и кто меня стекая, ночлега попросил.
улыбкой добродушной стали меня вести. И жестко дружелюбные на уши пригласил. Эй, отпусти дома будник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Улицы темнела, сидела за столом. И сидела против, болтала то во всем. Что нет среди животных у старика врагов. Что нравится ему, подкормилась волком. Эй, пусть-ка дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Среди ночи завыли под окном. Старик все улыбался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперерез. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, лес. И как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Эу! Жестко. Жестко. Разумал. Не-не, надо какой-то свежий трек, надо какой-то молодежь. Свежий? Какой именно? Тут просто, ну, маленький выбор. В этом проблема. Да, здесь выбор не велик. Именно из новых, мне кажется, тут вчера не загрузили. Че, пацаны, кого петь песни будем? О, типесты какие-то. О, Андрей. Андрей, типесты будешь петь? А? Типесты. Который я везде как иностранец можно, да? Все подгазы. Сейчас тебе пишут трек какой-то сектор газа, бомж. Вот я сейчас его ищу. Ну я не шарю, но... Листай. Я как понимаю, вы шарите. Ну, она вроде без бана. Нет, Андрюх, ты знаешь такой трек, как «Сектор газа, бомж»? Да, конечно, я его и буду петь. Все знают. Понял? Нет, дальше. Сейчас. Еще. Юля! Да. А ты знала такой трек «Сектор газа, бомж»? Да. Охуеть, а что, вообще не долбоёб? Мы его в такси слушали. Ты знала такой трек? Да, я буду петь его. Охуели пиздобола, блядь, вокруг. Бомж? Или какой? Или сельский туалет? Ну, они просили «Сектор газа, бомж». А, ну вот он, значит. А где это? У Юля.
Бомж не моя любимая песня вообще. Сразу, мне кажется, это жестко. Можно, но жестко. Жестко, жестко. А Люк, а куклу колдуна ты ебанил? Типа я не... Не, просто пизда. Давай куклу колдуна вот ебанил. Ты поехал? Да. Давай, счастливо. Серьезно ты, дядя? Да я был бы рад. Здесь почему-то не работает. Дядя, полезно понедельник. Да. Но он громкий. Хорошо, подожди, а что такое громкий микро? Все, всем пока, ребята. Пока-пока-пока. Нормально? Да. Я ж тык-тык-бын-тым-бын-тым. Я была не я. Як бы я была не я. Че, а кукла колдун? А зачем? А ты здесь пиши? Конечно, ты просто пиши куклу колдун. Ай, все. Так, проще. Гайку разъебало, пиздец. Меня тоже... А гайку вообще... Меня тоже разъебало нормально, на самом деле. Круто, классно, супер. Лойс. Вот трейл. Вот. Все, вот она. Вау. Чтоб тебе охотиться на людей, чтоб ты.
поверить не смогла. То, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, заменяя его о нем. Что для всех там посено, наплевать тебе. И ты пала к настоящему колдуну, он загубил такие копи, не одну. Словно думаю, час ночной, теперь он может управлять тобой. Жесткие. Нормально? Да вообще охуенно. Каждый трек 100 баллов, чё за хуйня? Вы каждый... Там стопнуть надо, чтобы не началась песня. Макс, как скажешь, типа, каждый трек 100 баллов набирает? Потому что мы... Просто лучше поёт и всё. Это петь! Будет сложно. Ебать, рычок. Прям пиздец, я бы сказал. Ой, бля. Все просят какой-то бумбокс. Бумбокс это... В смысле, какой-то бумбокс? Да, актер. Но я не шарю просто. Это трек Макса чисто бумбокс. Ну я рил не шарю. Бутырка запахла весной. Тоже много спамят. Запахло весной. Запахло весной. Ту-ту-ру. Что-то охранник с едой. Что-то я не помню точно как там. Ворота открой. У меня она на заставке играла в начале всего. А как именно называется? А вы какую хотите? О, чудо! Ребята, это коронка Юлина. Это трек боевал. Это Люка Дрил. Я пришел к ней, я дошла с ней, я попала в мозги, я была разным простым, тоже как ты, я купила дуги, я купила рейки, я купила на лодуги, я купила типа рыкали, значит, как ты, я купила купей, я купила купей, я была с ней, ты попала на них, ноги, и мало ли, без ноги, ты, больше до этой цели, я купила тебе, я со мной все руки, я упала, чем ты, больше как ты, эй, а теперь мы не кипит, где-то хрюкает один назар. Это были пятики, вы не считаете пим.
куди мене звісно твоє твоя. Було так в очах, але спіцепла зброя. Це цікаво тім, ніби я чужа білизна. Скажи мені мемор, коли раку полос свісне. Не питай мене звідки і хто я. Холодок очах, але сикне слово зброя. Так цікаво всім, ніби я чужа білизна. Я скажу тобі, о, Карла, нормально, охуенно. Они не это слышали. Когда Серега запахло весной. Че, чат, сейчас запахло весной, а потом да, дальше идем. Скажи, запал со своим шансоном. Вы сами просили в охуенном, а ну нахуй не петь, бля. И пойду в приват. Куда? Диман, не уходи! Потом подрочим. Согласен. Потом подрочим.
последний. Как будто оригинал я послушал. Бэки еще. 100 баллов постоянно. Бля, стабильные 100 баллов, нахуй, каждый трек. Как это, блядь, происходит? Иван, что скажете? Друзья, для вас сейчас будет смерть. Я люблю буги-вуги. В исполнении Гаечки ДМ и Юлии Байо. Блин, по зубам получишь же не сразу песню, блядь. Подождите. Сейчас мы пытаемся понять, как включить эту штучку. Так. 47. Они все просят Максим, знаешь ли ты? Ну, мы потом. Нет, это не то. А? Максим, знаешь ли ты, Вивиан? А как? Да, я тоже могу Максим, знаешь ли ты. А тебя систему просит, знаешь, Андрей. Ты вдоль ночных дорог, шел босиком. Стоп, а Стана что, подбил на мою комнатку, побежал, блядь? А я, наверное. Он в приват пошел уже. Да охуел без меня. Так иди быстрее. Андрюх, соберись. Вам там девушку нужно. Андрюх, ты куда? Юль, там ты... Я пытаюсь. Чат, а у вас ничего не лагает? Все нормально работает? Мне просто, походу, из-за прогрузы как будто пролагивает иногда. Не-не-не, все ок работает? Окей. Ебать, у вас стабик, нахуй. Это Юлин. Это... Ебать, я там прохожу, а там девочек столько голых. Ой, пиздец. Где еще? Еще один. Еще один раз я моя красивая, больше там не буду я общаться. Да я один. Армянский рэп. Сейчас будет армянский рэп. Она буду любить сильнее, чем сегодня. Но там, наверное, я старомоден. Она засыпает у меня на птичьем самолете. Она не знает, о чем он пишет в блокноте. И меня прет все, что происходит. Хочу маленького кубика, но не могу ли я родить. Кто-то сказал, что ты вроде женился на вовремя. Ты появился, она не любила бы и меня. Сила вахует. Я люблю, слышишь? Ice baby, ice, ice, ice baby. Я буду тебя любить даже когда я буду на небе. Но пока что я здесь, и я в рэпе, и я тебя люблю, слышишь? Ice baby. И неужели ты сам? Да
нужно Мияги спеть этому блядь Сауту. Лёша, полулёжа, надоело писать ни хера всегда. Одно и то же по-хорошему надо забить и сложить на попозже. Я так не волновался, даже когда настал новогодний. Я бы не Айс, бэйби, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, я в рэпе, я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби, айс. Айс, бэйби, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, я в рэпе, я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби. Какая оценка будет, чуваки? Оценку ставьте. Я, короче, хочу попросить Лену, чтобы она знаешь, где ты спела, все спали. Давай охуенно мне. Кого? Лену, которая охуенно поет. Чат, если она голая, голенькая. Она администратор, блядь. Айс, чат, попросить спеть, знаешь ли ты, Максим? Сколько? Я думаю, что она охуенно спела. 100 баллов. Чудо. 100 баллик, Сергей, нахуй. Гоу, чат. Гоу, чай, попрошу. Все нет, пишут, но похуй. Если просто не играешь. Не буду просить, чё? Что это Тарелла? Исми Джалама, блядь. Джамала? Кто заказывал? Не, они по стандартам дальше. Что включать? Вованчик включай. А какой следующий трек? Градусы давай. Градусы? Тут, короче, просят... Просят Мияги Сереги запеть, нахуй. Какой Мияги не запеть? Да, Максима просят, Максима. Надо Максим, да. Той ночных дорог, слабый стеком, а сколько? Не жалея ног. А сколько вот эти? Что сколько вот эти? Не, ничего. Вот, давай, ты скажи. Следующая. Так, ниже и рыжая. Сколько? Иван, ты можешь разблокировать свой телефон? Не могу. Не можешь? Там приватная информация. Понял, принял. И пиздец. Понял, я осознал данную ситуацию. Поздняк, говорю, звать. На, Дима, поснимай. Пиздец, неудобно держать. Ну, блядь, вообще удобная хуйня, блядь. Я привыкла жить одним тобой. Встречать рассвет и слушать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать, открытое окно. И повторять ей шагом. Знаешь ли ты, и я позову Лену, она споет. Только не Дору, она Дору вряд ли сделает. Восточные сказки? Черный бумер.
чат, чат вам показать, что он там за дверкой? Да вряд ли видно, что она будет на все равно. И не сломай. Лучше. Ебать мы жесткие. Андрюшки вышел, пацаны, пока без системы. Там надо сколько? 100. 100. Система. 99. А он поет на английском. 99, да, блин. Поставьте стоп. Ребят, на... я не могу. Не, нет, там есть один Мияги, если вы найдете, поет. Если вы найдете пиздатый трек, который девушка поет, я позову, она споет. Ебать паровозик. Ебать, это что такое, Максим? Давай, ехали! Покажу. Когда мы в клубе тёлочку. Что хотите исполнение мое и Макса? Очень там пойдет, как это.
Лохам здесь не место. Я из Москвы, брат. У нас Тимати. Я в куре без диджей Гли. Ебать, вы жесткие. Пиздец. Это было нас. Это, блядь, согласна. 100 баллов? По факту. А еще бы Тимати жара. А 99 проблем можно включить? 99 проблем. 99 проблем. Тут нету Big Baby Tape. Нету, думаешь? Вино нет. Да, Big Baby Tape нет, я стрела. После настоек вино, наверное, уже все. Да, я согласен. Блядь, ебать на настойку, это не пиздец. Да, потом. Да, будем по настойке. Так я, блядь, настойк 7 на сегодня номер, я так мазло. А где Андрюха, блядь? Вот оно что, сиси груди, блядь. Опа, сисястая. Вот бы груди на груди насрать, блядь, нахуй, прям сейчас. Серёга. Насрать груди на груди, блядь. Сонь, бибику, пожалуйста. Здорово, Рудя. Приветик. Приветик. Дора нет, пацаны, я искал. А тут лучше друзья. Нет, блядь. Ладно, извините. Я не могу написать поиск. Вау, включи 99 проблем, можно? Тут нету. Нет такого проблема? Да. 99 проблем. 99 проблем. Блядь, у меня так голос странно звучит в микрофон. А у меня, смотри. Раз, два, три, четыре. Все как же. Я как будто звучит, у меня вопрос по-другому. Вот. 99. Да мы можем с ней одному. У тебя будешь шутку? Нету? Конечно. Да, Big Baby Tape нету. В смысле, нету? Тогда нужно в актёры, мне кажется, просили в актёры. Без запивать нечем, сука. Надо в актёры, слышите, кто в актёры споёт? В актёры может Максим Шилок. О, я хочу вот эту сейчас спою. Давайте я спою вот эту. А что это? Мам, следующую. Железные штучки. Пожалуйста. Штучки? Да. Грязные штучки будут наказаны, мамы тоже будут наказаны. Да, да. А, Диман, ты шаришь? Мама будет наказана? Да, да, сок, давай, давай, закажем. Эй, йо-йо. Hey. Грязные шлюшки будут наказаны. Поведёшь про кокосы, вопросы, но поговорим.
Андрюх, слышишь? А вы не видели клип? Они, Андрюх, они пишут систему, систему дрона. Система нет. Да, 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 да. Поможешь пока в актера написать, мы с Максом. Что-то, систему нету, говорят. Юля, дашь? Да. Раз, два. А какой трек? Какой трек будет? Какой трек? Вахтера? А, вахтера это с Максом. Что-то поспокойней. Чат, как вы там себя ощущаете? А, есть. Мне кажется, сейчас я вообще охуенно ощущаю. Что? Вот. Первое, да? Да. Караоке в стрипухе это разъёб, блядь. Осталось до утра, не вызывай, так славлю и славлю.
белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда, откуда задвигали шторы? Какие пирожки с дымом, объясните теперь нам, актеры, почему я на них так зрил? Жестко. Хорош. Хорош. А вопрос такой, ты русскими писал? Ну, типа, тут нет просто английских. А можно переключить? Руки вверх, ничего себе. Не, я переключу. А, все, я понял. А как? Вот это? Тополиный пух, ламбаду, дрон Рамштайн. Рамштайн, блядь, поехали. Дугаст, блядь. Дугаст. Дугаст, мищ. Бабушку Ольгу зовем? Ты Духас пишешь? Не, я систему хочу. Духас пока, потом систему еще ты можешь пройти. Диман, Духас надо бабушку Ольгу позвать. А? Духас надо бабушку Ольгу позвать. Духас, Миша, Духас, Миша, враг. Ты по-русски пипов? Не, уже на английском. Ой, бля. Так, чё, систему или Рамштайн? Да лучше Рамштайн, давай. Написали и систему, и Рамштайн писали. Рамштайн. Короче, в любом случае писали, чтобы дрон спел. Потом мы с Соней будем. Какой вытрягивает? Духас, вон, снизу, снизу. Нихуя себе, блядь. Будущая мама. Давай, дрон. Yeah.
Факт? Ну да. Духас. Кто поет? Там, по-моему, Руди поет, да. И Юля. Духас. Какой трек? Юля. Легалайз. А, Легалайз. Будущие мамы. Будущие мамы. Хвастайтесь телами. Будущие мамы. Хвастайтесь телами. Гэка, ты что, мои очки спиздила? Они на столе лежали. Так, сорок шесть. Сейчас. Это не так легко, как кажется. Дуас! Слаймы Джибуда? Я не знаю, там такие треки вообще могут быть? Мне кажется, навряд ли. Бля, почему нет? Нету Джибуда. Нету вообще никакого? Ни одного. Гага, поднимешься туда? Да. Поклонишься? Я знаю, что ты не такая зажигая. Выбираю, как ты любая.
вами, парус не гостя, обнимите их в зале. Закачаем клуб сегодня вместе с вами. Пусть все знают, как мы отдыхаем. Все знают, как мы отдыхаем. Горячо. Все знают, как мы отдыхаем. Горячо. Пусть все знают, как мы отдыхаем. Скажите горячо. Пусть все знают, как мы отдыхаем. Скажите горячо. Пробирает до утра одиночество, ты свежий воздух, стены мокрые от пота. Кто ты можешь сама придумать имя этот спола? Хотел пожар моего середине, прощения строптивы, я сеньора. Мне очень нравится ее сережка, в половине ее нежелично грязь. Сумеет картины и мария подогреты, как после метилы. Покажи себя, не бойся признавать, не буду, не стесняйся. И с собой привести подругу еще ночь. Пожилые песни. Кто? Легко. Это дерьмо? Легко. Бля, каждый трек набирает 100 баллов. Как это работает? Серёг, не пьян. Ладно, не пьян. Максюш, что пьёшь? Водку. Водку ещё сбивает алкоголь. Ебать, Максюш, что нахуй? Сейчас будет, сейчас будет Макс Хорш, малолетка. А он тут вообще есть? Там чат просил малолетку. Ай, малолетка. Ой, малолетка. Ай, малолетка. Ой, малолетка. Вот. Бля, ну, ладно, это не малолетка, 19 лет вообще-то. А вы куда? Блин, где Диман? Диман как будто приходит, трек один поет и уходит. Дима, кстати. Дима один трек поет. Потом идет. И потом идет нахуй сразу. Бля, Кош есть, но малолетки нет. Диман зашел, духа спела, блядь, и убежал нахуй. Можешь брать? Не, нет, я и так попробовал. Че тогда? Нет? А ты Корж писал вообще? Да, да, да. Корж написал, молча. Попробуй корж. Где же? Ай, молодец. Когда сигареты бросаешь? Курю вообще, только из месяца курю. Два года уже не курю сигареты, просто приехал сюда. Я дико извиняюсь. Если полистать, может, если снуть месяц. Дайте Руслану. Кого? Какому Руслану? Руслана. Это женское имя. А-а-а. Но ее нет. Она есть. Но потом, после вас. Они еще, они или Амстердам просят. Или Амстердам. Я или... выбираю. Можно Амстердам еще. Малина. О, кстати, мам повзрослел, прикольный. А вы что хотите? Малолетки. Чат просят или малолетку. Думаю, или Амстердам просят, или эндорфин. Эндорфин еще просят. Это кожа? Да, да. Выброс эндорфина, скажи, почему так больно сильно? Это в конце. Ре, есть два типа людей. Прям ниже еще. Два типа людей тоже охуенный трек. Ну еще ниже. Есть два типа людей. Еще ниже надо. Там уже все. Шантаж, кстати, прикольный. Шантаж. Да, врубай эндорфин, похуй, там потому что другого нет. Не, малинового заката походу нет, чуваки. Ебать по пивце, охуеть. Малиновый закат. И землила ударом тока. Слышно, что больно. Думал настолько. На общем балконе. Куда вы зашился там? Все вернуть, расставляя, вернуть.
так больно сильно? Почему так больно сильно, Макс? Если это чувство, просто выбрось это сильно. Скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно, Макс? Почему так больно сильно, Макс? Почему так больно сильно? Почему так больно сильно, Макс? Так насмотался, что пустым глазам не хватает только сидит. Кури стало уже гораздо больше. Нормально скинул, спадали штаны. Поклялся никого не любить. Отлично, значит, психика в норме. Завел себе подругу, надеюсь, что хоть как-то успокоит. Блять, от тебя не добьется взаимности. Зато будет он гораздо с тобой занять много стабильности. Сколько ты будешь издеваться над ней? Кружки, алкоголик и клубы, но начнем мешаться. Блять, пойми с кем. Блять, пока не станешь у зеркала и не увидишь, как ты умрешь, превратился. Так и не думаешь, что такая, как маме всегда не учиться. Умный профил, визит, донаты, примут, не профессор. Теперь никому не нужны нахер. Да для меня, конечно, это не будет привычка. Если это чувство, почему я это пел один? Просто выброс эндорфина. Скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно, Макс? Если это чувство, просто выброс эндорфина. Скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно, Макс? Нет. Не Макс? Вот ты был. Это похуй. Да, что ты знаешь? Добрый, добрый, где тебя дядь? Как в чем причина? Не успели криком побоя, съел все бабочки. И сделал вывод, что это любовь. Перемешан с планетой слабостью. Вообще не важно, когда на мне твои единицы. Голосы, я по волосы, правда, чтобы проняли характер. Подарили тебя полностью. Вы встретитесь с приятными сердцами. Никто ни слов не знает ничего вообще. А вот батареи. 99 грамм. Где Андрей? А ты поешь батареи? Я пою. Ты уже пели батарею. Передавайте себе привет. Вов. Да. Набери 46-042. Вот это. Можно съели что-нибудь. Батарейка.
Чики-чики-дай, тыки-рики-дай. 100 баллов. Короче, сейчас просят либо ламбаду, либо... Давай, а ламбаду там реально найти? Да, здесь есть. Там батарейку ламбаду просит. Давай батарейку, давай сначала. Давай батарейку. Давай сначала батарейку. Давай сначала батарейку. Да, согласен. Чикири кидай. Блять, воу, батарейку пока напишу нахуй. Она не нажимается. Холодный ветер задувал, взялся с той раны. Микрофоном. Сука! Вот, ты вроде не пьешь. Да они... Кто будет весело? Макс, ты будешь? Конечно. Мы ваше втроем, Диман, сейчас зовет. Да, четвером тогда. Холодный ветер с дождем. Сто кран. Подписись. Подписись, давайте. Блять. Поднял камеру, блять. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все это об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой-ой, батарейка. Я расколол по тебе минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь злые расстояния. Но несмотря ни на что пришла судьба злодейка. И у любви у нашей села батарейка. Танцуем у бара.
рядом, еще тебе. Я не вижу, а мне ламбада. О, может, градусы, кто ты? Ламбада. Да, мы ламбаду хотели. А ламбада. А где микрофон? Да, да, сейчас будет. Кто-то там режиссер поставил. А где второй? Бля, давайте квест. Поддержи пописать. Я тоже поддержу. Давай, приказа. Макс, поддержи мы пописать пойдем. А? Пописать пойдем. Куда ты? Володь. Не, Володь. Просто так. Не, поддержи. А ты поешь, да? Да. Приват. Да ну вместе просто начнем. Не, я просто хуёво пою, но я буду тебя ставить. Бля, я по тебе вижу, что я охуенно поешь. Я серьезно говорю. Я сразу понял, ты сидишь там вместе, 100%. Вы не доставали скру. Я эту хуйню на Невском пил, чтобы вы знали. Пиздец, наверное. Привет.
Соточка, 100%. Соточка? Чат. Сюда. Сотка? Сотка. Ты пиздец Каниса. Кристина Си? Дай тебе ломбаду. Всем привет, дорогие друзья. Ну, ломбаду надо. Ломбаду надо срочно. Эй! Ломбада! Рэперу. Ой, Олджи Будда приехал бы сюда, как думаете? Да, он уже был здесь. Реально? Нет, ну, кстати, бог. Почему не... Сейчас, можно? Нас светят нахуй. Ой, ёшкин кот, это... Бля, как сейчас стримов нет нахуй. Спасибо, на стриме, если кто-то, блядь, сейчас выключится. Тихо. Гайка нахуй натыкает сейчас. Тихо. Ну, включите ломбаду. Подальше сделай. Напишите по... Ширик включить и вспышка. Ширик включить и вспышка. Ой, ладно, на... Ой, он треки нахуй. Да, просто... А как вспышка? А я не знаю. Вспышка, я не знаю. Торты, вокзалы, клубы, кристаллы, дожду. Газы не любим в спрайте. Номер 65-097. Юля, как сделать, чтобы это... А. Она так вот... легко. Она так гуляет. 5 минут назад я трахал шуковки. Прошло 5 минут, как я заролил. Не похуй на здоровье. Бля,
хочу брокин, где мама? Я трахал твою суку ровно 5 минут назад. Говорит, наизусть песню знаю. Я сюда потрахаться. Ой, ты щёшкин кот, говорю. Не бояйте тебя ставить. Убери его, Еще тебя не видел, парень.
танцуем у бара весь день. Я рядом, но еще тебя не видел по мне. Блять, почему по мне нахуй? Я тоже не понимаю. Кизару дежавю. Бля, дежавю только интро. Да есть, ты просто напиши, это в списке нету, в список не ввели. Это список для старперов. Или иногда я хочу побыть один. Мне никто не нужен, только канадис. Твоя девочка. Я думаю, там канадис. Канадис. А думаю, как это есть. Нет, канадис. Никто не поет. О, да, да, да. О, ебать! Какая? Бьянка? Бьянка? А как на нашем дворе мы горели фонари, были тасы, помечали. А на нашем... Вот чувствуете, да, разницу в возрасте, нахуй? 26 и остальные. И остальные. Thank you.
понимаю. Я не понимаю. Таблетку. Мне сильно можно. Ну так, приятно читай. Я знаю. Ну что, ну там я хочу Серегу снять. Ну так, приятно читай. Ну как тебе? На меня видно хотя бы. Точно видно? Видно, конечно. Ивана тоже видно. Так, я сейчас ищу. Вы курить пошли? Понял. Дайте пульт управления. Дайте пульт управления. Охаю. А какой вот трек? Серег, давай, блядь, я говорю, Мия Геншпиля с тобой, блядь, поем. Я бы тоже спел. Блядь, я бы хоть один трек знал бы нахуй. Ну все знают, что это Кассандра, моя дикая Кассандра. Знаешь, что это? Плохо. Ну Серега, похож на человека. А где пульт? Алло. Алло. Да. Алло. Где пульт? По-моему, у меня. Да, не он. Я знаю рапа-па-па-пам-па-па-пам-па-пам, рапа-па-па-пам. Я тоже такой. И все, я только это знаю. Ну, СМС, Нилета, Никита. Тут нет инстасамки. Как так-то, ёшкин кот? Я думаю, сейчас чат пишет, повезло. Тихо, они пишут лизеры. Лизер, пачка сигарет? Я не понимаю, блядь, где пуль? Меня сильно мажет. Лизер? Да, пачка сигарет в моем кармане. Заставляет жить меня этот день. Я вот вроде телефон. У нас пульт писали, походу. Лизер. У нас украли пульт. Че, реально пульт нет? Да, нет пульта. Пачка сигарет в моем кармане. Лизер. Вон Юля, блядь. Есть пачка сигарет, кстати. Блядь, ты. Айзер, сказала он у меня. Дайте пачку сигарет. 63, 975. 63, 775. 975. На, ты набирай, я не знаю как. 63, 975. Пачка сигарет в моем кармане. Это водка? Меня это, да. Нет, это они водку пили? Да. Это вода. Блядь. А мы пили настойку. Стоп, почему она не пахнет? Чё-то вы спите? Потому что это такая водка, она пьется как воздух. Чё-то вы спите? Да? Не спать. Ой, Диман, приветик. А где ты такой? Проебался. Диман пришел. Эта песня, что мне поется. Может быть, новый день не начнется. Может, завтра тут выглянет солнце. Я так устал. Я так устал бороться. Жить это непросто. Пачка сигарет в моем кармане заставляет жить меня этот день. Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, я хочу умереть. Сигарет в моем кармане заставляет жить меня этот день. Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, почему я хочу умереть? Thank you.
Жестко. Диман, так писи было это время? Я там стоял. Ну давай трахну, сука. Стоял, да? У тебя стоял, Диман. Не-не-не, я стоял. Я понял. Зачем мне Монако? Зачем мне луна Сан-Тропе? Я не знаю. А другой трек. Что это играет? А стоит? СПС. Что ищешь, Ир? Зачем солнце мне Монако? А Монако а здесь есть? Я думаю, нет, это же новый трек. Это новый что, трек. Охуела? Здесь нету Монако. А на Луне есть? Кто? Фарон Луне. Ищи меня на Луне. Ищи меня на Луне. Я... Это все, что я у меня. Нету в списке или точно ищи нет? Меня на Луне. Ищи меня на Луне. Это новый песен. Это все, что я Монако. Нет, Фараон. Ищи меня на Луне. А здесь вообще Фараон есть? Не знаю, что я. Но я думал, Юль, попробуй. Строго сядь гайки, просьба из чата. Я тебе сяду на лицо, Диман. Ого. Не мне садись, а вот там кто ходит. Не надо. Сейчас договорюсь, тебе сядут, Ванечка. Давай система пройдет. Кальянчик. Сейчас система пройдет по коридорчику. Не надо. Погнали, Серёгча. Не надо. Юль, ты просто тройки спамишь? Я поверю еще. Скринить дальше. А ты Фараона ищешь? Лоб я летят. Блин, мне нужно с Леночкой что-то спеть. Скоро, что мне спеть с Леночкой? Чат. Ну, Фараона, не, вы пойте Фараона, да? Я пока думаю, просто, чтобы они написали. С Леночкой можешь свой... Мне нужна пиздатая песня, я буду подпевать на подпеве. Бля, полковник Пастеренко... Попробуй. Какой твой перемен, чат? Юль, ты когда три написала, там 90... Градусы? Нет, это тяжело. Надо женский трек изначально, да, я буду подпевать. А ты какой? Квест Пистолс, это же мужской металл. Получается, Big Baby Tape украл трек. Макан, я пытался видеть, я не знаю этот трек. Проблем. Монако нету здесь, ребят. А Хлопья Тэмпер есть? Хлопья летят наверх, всюду магия и свет. Я так вот, порнофильмы, я так соскучился, блядь. Ребят, а кто у нас еще может хорошо спеть этот трек, понимаете? Это тяжело довольно. Только Андрюха. Только Андрюха. А что за фон такой? Андрюха уехал? Нет, ну я знаю. А что за фон такой? Как-то фонит. Эффект. Это эффект. Что за эффект? Это эффект. Ай, блядь, не слушаю, прислушаю. Руки вверх, крошка, тоже тяжело петь. Ребята, у нас никто... Нам нет. Нужен ведущий, кто поет руки вверх. Я руки вверх могу спеть, крошка моя. Да? Да. Конечно, тогда можно. Я по тебе скучаю, письма не получаю. Понятно, как. Я без тебя. Я даже не так. Я без тебя. Письма, блин. Крошка моя, я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю, ты для меня, а, ты далеко, и даже не скучаешь, я, чё там? Но я вернусь, и ты узнаешь, ты далеко, да, что-то я не помню слова, давно слушал. Если честно, восточные сказки? Да, ты даришь мне сказки, извините. Валентин Стрекало, тяжело. Дурманишь, даешь пойти. Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Ого, срака. Срака бурули. И что, ты же снимал? Я не снимал никакую сраку, ты просто стала перед камерой, собака. Сори, я не списаю. Сори. Тут нет OG Будды. Краски? А что там в красках? Не знаю, ну вот включите. Фиолетовая пудра в ней, ты и я, жизнь такая, что... Иди нахуй. Понял. Ну так вот. Блядь, оно не сжимает. Юль, ты чё, ёбаный? Не работает. Огрузил он нахуй боевого. Да, сейчас ты наводишь лазер вон в стену. Да. А, точно. Опа. Остаться. А где все? Все в приват пошли? Не, они ушли, они вышли. Они ушли, все. А ну вряд ли они ушли, телефон же здесь, это ваш. Они в комнату. Нет, это дрон. Они в комнату ушли? Юль, тут ремень тепло вместе. А. А что это? Просто здравствуй. Просто как дела? Что это за трек, кстати, по-моему, прикольный? Просто здравствуй. Кто поет? Просто как дела? Михаил Бог, хуй. Время и стекло, имя 505, что это? Дайте мне микрофон. На. 505.
Я не знаю, я такой трек не знаю. Второй, у Димы, второй. А может все мы будем все избежим. А, я понял. А может мы там будем все избежим. Это будет имя любимое мое. Ты не стримишь? Да, все. Откат нахуй. Понял. А кто планировал стримить? Вова планировал стримить? Может, Вове просто рейд отправить уже? Да, может, придет и будет. Че, он придет, я Вову спрошу, я бы ему рейд отправил бы плюс-минус. Я уже, блядь, 2 часа 40 минут. Меня, блядь, зарядка, нахуй, зарядила настолько сильно. Ты поменять язык не знаешь? Андрюха, где Вова? Где мой телефон? В туалете. В туалете, понял. Даш, под тобой нет моего телефона? Вы поедете, да, вместе? Да, наверное. Я понял. Нету. Блять, мне надо найти мой телефон. Я сошла с ума, я сошла с ума, я сошла с ума, я сошла с ума, я сошла с ума. Я сошла с ума. Не знаю, короче. Нужна она. Что там, танцуют девочки? Юль, я тебе звоню. Ты нашла?
Давай спробуем нервы. Вот, подо мной телефон, по-моему. Да. Вот, держи. Будешь петь нервы? Батареи. Да. Давай. Да. 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 Батареи, нервы. Эй, Дора, готова? Да. Нет. О, осуждаю. Да что там начало нахуй? Что началось-то, блядь? Ой, Ваш. Я не помню. Не надо, нахуй, дядя. Дай микро. Дядя, не надо. А что нужно, видео на ушко? Вова! Ты планировал стримить? Я телефон в ночь в машине забыл. Чат, короче, сейчас запустит Вова, я ему рейд отправлю, и, ну, я не знаю, тут продолжение, получается, будет с канала Вова. А то мне за 3 часа стрим идет. Окей? Поэтому я сейчас рейд на Вове отправлю. С нами? Что-то у меня уже очень долго стрим идет времени. Ой, блядь, ёбаный рот. Ты, блядь, когда снимаешь Вову, а жопа Юли, блядь, подлетает. Пиздец. You guys are so much, you know?
Осуждаю, не поддерживаю данного высказывания. And I'm gonna find you and I can feel you. I'm gonna win life, it's a crucial for nation. And what when I'm gonna be, I don't wanna win me, I don't wanna win. You can obey me, when I wanna win me. Maybe I don't see, I don't wanna sound that you can do it all. But when I'm gonna show, it's a road, they went down, please get. Ебать, поезд бежит. Это английский? Да, красный, это английский. Нам нужен черный русский. Черный — это русский. Вова, дай, пожалуйста, книжечку вот ту. Книжку вот ту, да. Мы сейчас такие треки, блядь, найдем. Какой трек будем искать? Вера Сердючка. Нет, давайте без Веры. Серьезно. Бля, может какой-нибудь Little Big? Индианыч. Индианыч? Какой Индианыч? Агутин, Алекса. Сейчас, какой трек? Бандерас. Моргенштерна? Моргенштерн, да похуй. Давай Моргенштерна. Андрей, вообще похуй. Да я богатый уёбок. Да я богатый уёбок. У меня денег так много. Мои ебало коробка. А где Моргенштерн? Думаешь? Я думал не на М. Нет, это машина. Это на английском языке. Не, на русском, это русская. Нет, смотри, в начале есть английские буквы. А, да ладно. Да. Реально? Да. Понял. Вот. ABCDEF. Нет, это еще русская уже? Нет, это H. Вот, мозги. Мо, Моргенштерн. Во, Моргенштерн. Новый мир? Уже будет. Ратата? Новый мир. Ратата? Какой номер? Илья Мстёхи. Какой номер Ратата? Ты хочешь Ратата? Да, конечно. Ратата. 65-201. Не, он курица, но он лёгкий. 65-201. Не, Вов, включай ебаный твой рот нахуй уже. Суть в том, что я захожу через... Давай, ебать! Когда у папы сила! Да!
Это, сука, новый автомат. 47 АК, сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та-та, сука, это на вида. Папа, да, Акаду, как мы валим на вида. Ра-та-та-та-та-та-та, новый автомат. 47 АК, сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та-та, сука, это на века. Папа, да, Акаду, это мы не проходили, это нам не задавали. Мы сами это замутили и записали в подвале. Звук наушников палит, давай запускаем динамик. Цепи его отпускает, пускай их проваливает. Звук на крайней карте, влог пятерки заката. Ставьте шлёпки за матом, аккумитет заката. Моя банда старшба, баба, твоя банда няба. Баба, моя лапа путала, баба, твоя баба путала, да. Твоя папа бутылада! Да-да-да-да-да-да, сука, автомат, эй! 47 АК, мы палим города, эй! Ра-та-та-та-та-да, сука, это на века, эй! Папа, да, Акада, как мы валим на битах, эй! Ра-та-та-та-та-та, сука, новый автомат, эй! 47 АК, сука, мы палим на города, эй! Ра-та-та-та-та-да, сука, это на века, эй! Папа, да, Акада, как мы валим на битах, короче, 98, сука. Запустил? Да. Что-то вы баки не ебашили. А как вы отправить рейд, если у меня стрима нет? У меня модеров... Не, у меня модеров таких нету. Пизда. А можешь чат открыть? Как чат открыть? Yeah.